Окей, вижу, вижу ваши десяточки. Да, я думаю, хорошо слышно. У меня все показывает, что со звуком все хорошо. Если со звуком что-то будет не так, вы мне напишите. Я рада вас приветствовать. Все, кому интересны практики омоложения, исцеления организма. Спасибо организаторам этой конференции и Леночке Казанцевой-Брагиной. Мы с ней успешно сотрудничаем долгие годы. Благодаря ей я с вами сегодня встречаюсь. И вообще, благодаря ей на разных проектах многие люди узнали о моей системе омоложения. И, собственно, даже получили результаты. Поэтому те, кто сегодня здесь присутствует, сейчас уже народ подтягивается, вы тоже сможете начать омоложение и исцеление, оздоровление и применить мою информацию и получить результаты. Я расскажу немножко о себе. Так, сейчас, секунду, слайдик. Включаю. Поставьте единички, кто со мной знаком, и поставьте ноль, кто меня не знает. Чтобы я посмотрела, какая у нас сегодня аудитория. Окей. Хорошо. Тогда расскажу немного о себе. Меня зовут Инна Нефедовская, я академик, эксперт по перспективным проектам развития возможностей человека, эксперт в области красоты, здоровья, омоложения. На протяжении многих лет занимаюсь технологиями фейслифтинга, такое безоперационное омоложение, то есть работа с мышцами лица. Собственно, сегодня я вас познакомлю с этим. И почему я работаю в этой теме? За 20 лет практики, экспедиции в разные страны мира, мы изучали разные места силы планеты Земля, разные явления, нормальные, паранормальные, ненормальные, то есть все явления. И я получила очень огромный потенциал знаний, посвящений, техник, практик, которыми сейчас успешно делюсь с разными людьми. И у меня есть 1,5 часа для тех, кто хочет пойти со мной дальше. Ваша задача сегодня послушать, применить, попробовать, почувствовать результат. И дальше вы можете принять решение, готовы ли вы обучаться дальше практикам омоложения. Тому, что я вам расскажу и методикам, которые я вам сегодня дам. И поставьте плюсики, кто со мной согласен, что красота, молодость, здоровье, энергия – это вечные темы, которые волнуют мужчин и женщин. Волнует вас эта тема? Поставьте плюсики. Интересно она вам? Да. Вот морщины, гусиные лапки, несомненно, они, конечно, возраст добавляют. Но будет ли для вас открытием, что не только морщины старят человека, что морщины появляются не только из-за возрастных изменений? Есть очень много причин: неправильный уход, какой-то образ жизни, какая-то неспецифическая мимика. И все это со временем образует на лице сетки морщин. Ну, кроме того, я уже не говорю притяжение Земли и обвисание и так далее, и так далее. Давайте сейчас мы поработаем так. Такую проведем небольшую диагностику и узнаем, какие вопросы вас волнуют. То есть мне интересно, кто сейчас здесь собрался, с какими, собственно, вопросами, какие у вас вот самые наболевшие вопросы по теме омоложения, старение, да, что вас больше всего волнует, что вы видите. И проведем такой мини-опрос. Я хочу узнать, как обстоят дела у вас. Вот такой слайдик я вам включаю. Посмотрите, значит, выберите из этого списка то, что вас больше всего волнует. Напишите здесь, какие пункты вы уже видите, когда вы смотрите в зеркало. Что вы видите, что у вас наболело, что бы вы хотели поменять в своей жизни. Так, мешки под глазами волнуют, еще какие?
Может, кто-то хочет избавиться от морщин на лбу. Есть такие вертикальные складки, морщины, которые очень портят лицо. Кто-то хочет убрать брыльки, да, такие провисания щек, бульдожьи щечки. Кто-то, может, хочет подтянуть овал лица. Может, у кого-то кожа становится увядшая, да, то есть она безжизненная становится. Да, вот вижу ваши почти, вот есть те, у кого вообще все пункты интересуют, да. Так, еще смотрю. Есть только вот несколько пунктов, которые интересны. Да, 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 хорошо. Угу. Вот, и что у нас происходит? Давайте, в общем, поговорим, что... Как образуется вообще морщинка? Вот за основу своих технологий я взяла постулат. Движение – это жизнь. Да? То есть это не надо доказывать, что если человек двигается, его мышца активна, она подпитывается, значит, там кровоснабжение хорошее, кровь несет питательные вещества, кислород, и мышца в таком красивом рельефном состоянии наполнена, и, соответственно, кожа над ней ровненькая, да, без провисаний, без каких-то там состояний, вызывающих напряжение кожи. А что происходит, если человек мышцу не использует, не тренирует, не двигает мышцы? Соответственно, что происходит? Уменьшается мышца в размерах. То есть организму, ну какой смысл питания нести? Организм считает, у него как бы такие процессы в головном мозге, что если там нет активности, тогда это не работает, это не нужно организму, и, соответственно, начинается обвисание. Например, происходит замедление метаболизма, а кожа сверху этой мышцы начинает сморщиваться. Вот, например, это происходит, где, если лицо мы берем, то в зоне носа губных складок это происходит. А мышцы на щеках, если они не работают, если вот как бы только у нас двигается нижняя челюсть, потому что человек жует, а мимически верхняя часть, она никак не работает в жизни. Все, там начинается как раз это состояние. То есть, что получается? Если мы берем постулат «Движение – это жизнь» в основу технологии, то, ну, очевидно, что надо начинать двигаться, да? То есть надо мышцы начинать тренировать. И сейчас следующий слайдик вам включу. Посмотрите, значит, если бывает такое состояние, что человек очень долго находится в одном длительно закрепленном состоянии эмоции. Например, вспомните и поставьте плюсики, кто, напрягаясь, например, вы губки вот так сжимаете. Сжимаете или закатываете как-то губки, или нижнюю часть как-то вот так напрягаете. У кого такое есть? Поставьте плюсики. Дальше, при стрессах еще что? Значит, поднимается... Бровки, да, вот как на картиночке, посмотрите. Бровки поднимаются, и если это длительное состояние лица, мимическое, то что у нас происходит? Вот мышцы лба переходят в гипертонус. Начинается напряжение мышцы такое, что потом бы вы и хотели ее расслабить, а она не расслабляется, там образуются уже морщинки. А потом, если все это расслабить, конечно же, тогда, например, массажик сделать, да? Мышцу как можно расслабить? Массажик сделать, погладить, напитать ее. Если сделать, или, например, позаниматься, а потом расслабить. То есть сначала активизируешь, напрягаешь, а потом раз, расслабляешь.
Конечно, тогда при таком состоянии морщинки начинают разглаживаться. И получается, что главная задача для тех, вот с кем я работаю, научить моего клиента, можно так сказать, чувствовать зоны лица, чувствовать, довести до автоматизма, чтобы не задумываться. Например, ой, я сейчас губы напрягаю, ой, у меня же там морщина образуется, ой, я сейчас туда, там щеки напряг или лоб напряг. Нет, такого, это исключается каждую минуту контроля над лицом, это невозможно. Доводится до автоматизма чувствования зон лица. Когда тебе некомфортно, например, вот длительно вот так вот поднимать лоб, вот смотрите, я заломила, вот это я заломила насильно. Для меня это состояние некомфортно. Мне сейчас хочется вот так положить ручки и погладить. Почему? Потому что некомфортное состояние лба. Или там, например, какое-то некомфортное состояние. И тогда, если я научу клиента чувствовать, то у него мимически уже состояние не закрепляется, которое образует морщины. Это один вариант работы. Дальше, что еще я хотела сказать? Ну, давайте, например, еще такое упражнение сейчас с вами сделаем. Закройте глаза, чтобы вы почувствовали, какие зоны у вас сейчас мышцы напряжены. Я сейчас вам буду перечислять разные зоны, а вы, концентрируясь вниманием, будете их чувствовать. Есть напряжение или нет напряжения? Закрыли глазки. Упражнение «Чувствуем лицо». Почувствовали зону лба. Почувствовали зону щек. Почувствовали зону носогубную. Почувствовали второй подбородок. Почувствовали зону вокруг глаз. Вот, допустим, вот эти зоны, которые я сказала. Теперь напишите мне, почувствовали ли вы напряжение в этих зонах? Было у кого-то ощущение напряжения, что есть где-то вот тяжесть, может быть, может какая-то жесткость или уплотнение? Если почувствовали, напишите, где именно, где конкретно. Тамара, вот ей носогубная зона, Татьяна носогубная. Угу. То есть что получается? Смотрите, если такой вариант, если длительно мы не расслабляем эту зону, то вот это то, что я говорила, как на картиночке. Состояние лица закрепляется в маске напряжения, а с возрастом это приводит к формированию морщинок. Поэтому с мышцами нужно работать. Вот Леночка, дорогая, написала, что везде. Да? Почему везде? Я могу сказать, потому что лицо у нас проекция всех органов. Лицо у нас непосредственно участвует всегда в коммуникации. Лицо – это первый, как сказать, вот представьте, первые ворота, которые на себя принимают все, от любви до ненависти. Все отпечатывается на лице. И лицо набирает себя стрессов больше всего. Самое первое, все стрессы, самые первые, которые идут, это бабах называется. Поэтому вот если есть такое ощущение, что везде, нужно учиться расслаблению лица. Если, конечно, вы хотите омоложения. Потому что закрепится гипертонус мышц, мышца станет рельефная. То есть здесь ямка, здесь горка. И кожа сверху такой мышцы будет, конечно, с морщинами. Итак, что мы делаем? Это упражнение, которое я сейчас дала, это часть всего упражнения «Чувствуем лицо». Полностью все упражнение это мы делаем в моем курсе, в моем тренинге, который называется «Фейслифтинг. Молодое лицо за 15 минут в день». Для того, чтобы выглядеть на 10
15 лет моложе, требуется совершенно особенная индивидуальная программа омоложения, с которой я вас сегодня буду знакомить. Вам всего лишь нужно узнать технологию, по которой дальше вы можете делать каждый день ежедневный уход. И вот этот уход, собственно, приводит к результатам омоложения. Большинство людей, к сожалению, не находят эту технологию, потому что ее в интернете нет. А люди тратят очень много денег, покупают какие-то курсы, хватают какие-то поверхностные знания, потом разочаровываются и идут в косметические салоны, потому что индустрия красоты всегда будет на номер один. Это внешний облик, это твой бренд, как ты себя позиционируешь в жизни, как ты себя реализуешь и так далее. И, собственно, если мы идем в косметические салоны, нам там что предложат? Биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, контурную пластику, пилинги. Конечно, эти процедуры дадут эффект. Но эффект какой? С побочными результатами иногда. Иногда этот эффект дальше через какое-то время надо снова продолжать. Иначе только все ухудшится после того, как, например, прошло какое-то время этого эффекта. Поэтому, конечно же, данные процедуры косметических салонов я рекомендую отсрочить максимально, потому что любые проколы травмируют кожу и приводят к фиброзу. Что такое фиброз? Это такое уплотнение от укола, которое образует соединительную ткань, рубец. А соединительная ткань не синтезирует ни коллаген, ни гиалуроновую кислоту, ни эластин. То есть на кожу фиброзную невозможно воздействовать. И никакие процедуры уже ее потом не улучшат. Поэтому максимально отсрочить нужно процедуры. То есть сначала использовать все средства, все свои возможности организма. И уже только если случай что-то не помогает, тогда в косметический салон можно идти. И я говорю такие вещи, которые, конечно же, не расскажут в салоне красоты. Почему? Потому что это невыгодно, да? Каждый клиент дорог. Итак, вот вопросик вижу. Насколько эффективно после 55 лет? Вообще, скажем так, моя целевая аудитория – это женщины после 45 лет. И, конечно же, чем раньше человек начинает тренировать мышцы, тем это эффективнее. Но я скажу вам, что нет вообще возрастных каких-то ограничений, нет, если это только не серьезное заболевание. То есть, естественно, людям с психическими отклонениями или онкологией, конечно же, заниматься этим нельзя, потому что любая активация невозможно в таких состояниях. Поэтому, если этого нет, то заниматься можно в любом возрасте. Причем в последнем курсе у меня была женщина Наталья Стельмахова, которая была больше 70 лет. То есть 72 года было ей. Она занималась, она получала результат. Но самое главное, она получала вот это ощущение востребованности себя как женщины. И это уникально. Это вот таким женщинам, я всегда говорю, нужно ставить памятник. Вот с таких женщин надо брать пример, у которых нет возраста. Они хотят, у них такое желание жить, такое желание вкладывать и так далее. Результаты, как ее результаты? Здесь результатов нету, как сказать, среднестатистических нету. Результат может быть только для вас, ваш индивидуальный. Результат есть всегда. У меня не было ни одного человека, который бы, не выполняя упражнения, не получил результат. Я вам сегодня это докажу. Вам же интересно на вас посмотреть результаты, правда, Тамара? Правда? Вот, поэтому сегодня вы все превратитесь в волшебницу только за один сеанс. И тогда вы, конечно, поймете, что да, если это делать курсом, тренингом, то да, это будет результат. Вот. Хорошо договорились. То есть
Я сейчас подвожу как раз к этому тему, к этой теме, что почему я решила сделать тренинг. Потому что вся эта тема, видя, как сколько людей не получает результатов, то есть меня это критически не устроило. Я решила сделать тренинг, потому что омоложением я занимаюсь более 20 лет. У меня есть научные труды по этой теме, причем это технологии, которые не связаны с фейслифтингом, а с нечто более важными аспектами человеческого организма. Вот, поэтому, ну, я могу поделиться, потому что понятно, что это секрет, но наукой я здесь заниматься не буду, потому что это специфическая совершенно информация. Но поделиться я могу в том, что, понимаете, бесполезно заниматься лицом только и надеяться на грандиозные результаты. Заниматься нужно всем организмом. Вот если идет подход на весь организм омоложения, все, что сюда входит, да, тогда да, тогда результат омоложения налицо. Но если только лицо, это, конечно, результат, но насколько он длительный и эффективный, это уже, как говорится, второй вопрос. Итак. То есть меня постоянно спрашивают мои знакомые, партнеры, участники тренингов, курсов, которые у меня обучаются, как ты вот можешь так молодо выглядеть, что ты используешь для омоложения, ну поделись своими фишками, ну поделись своими секретами, мы тебе можем дать по возрасту от 30 до 35 лет. Расскажи, ну ты же выглядишь моложе, на десятки лет моложе своего возраста. И вот после всего этого я уже решила, что да, хорошо, можно сказать, надо уже, пора создать такой тренинг, в котором начать заниматься, приводить людей к результатам и работать с людьми, передавая свой опыт, потому что это работает. И сегодня как раз вы получаете доступ к этой программе, получите, то есть точнее к моему курсу «Фейслифтинг. Молодое лицо за 15 минут в день», я так его назвала. А мышца – это орган, прежде всего, да, и если вы с ней работаете, неважно, сколько вам лет, результат будет гарантирован. И, как я сказала уже сегодня, даже после одного занятия вы получите результат, вы увидите изменения. Я вам сейчас это покажу, как за 15 минут превратиться в очаровательных красавиц. Но у нас есть еще Александр, поэтому если я обожаю работать с мужчинами, у них тоже очень интересные результаты появляются. И я хочу сказать, что кроме того, что я работаю с вами и показываю, что нужно сделать, кроме этого, всегда идет биолазерный эффект, подсветка, то есть энергетический процесс работы с каждым человеком. На вас идет проецирование неких энергий с неким кодом молодости. То есть я проецирую такую энергию, в которую как бы вшит некий код молодости. И хотите вы, не хотите, но вы под этой энергией, вы попадаете, вы ее начинаете накапливать, от вас идет свет уже вот совершенно другого качества. То есть это такая технология интеллектуальной собственности моей академии. И все результаты омоложения моих участников, это все в отзывах, это не сейчас, сейчас даже нет времени на отзывы, чтобы это читать. Вам интересны ваши жизни, поэтому я буду заниматься вами. Да, спасибо, Елена. Елена пишет, что вы прекрасно выглядите. Сколько лет для вдохновения, это нисколько не секрет, сколько мне лет, мне 46 лет, я нисколько этого не стесняюсь, потому что меня на улице называют девушкой, и потому что меня кто-то женщина называла, это очень бывает исключительно редко, я хочу, чтобы вас тоже называли девушками, я тоже хочу, чтобы вас мужчины восхищенными взглядами провожали, а подруги шептались: «Ой, она сделала пластическую операцию! Ой, как это она так вдруг выглядит!» То есть хочу с вами точно так же работать. Ну что ж, я хочу сказать, что используя гимнастику мимических мышц, недостаточно,
То есть в моем тренинге еще предложены даосские практики омоложения, даосские практики самоисцеления. И вот если все вместе это использовать, это дает потрясающий результат. Вот кто знает, например, видел, может, кто-то читал, что даосские учителя выглядят удивительно молодыми, удивительно здоровыми. Матек Чиа, может, вы знаете. Даосские учителя больше там, 50-60 лет, мужчины абсолютно потенциально сексуальные, выглядят там на все 40, там, я не знаю. Да, вот Велина знает, да? Вот судя по тому, как они выглядят, им можно дать лет на 20 меньше, чем на самом деле. Занимаясь фейслифтингом, даосскими омолаживающими практиками, вот минут 15-20 в день занимаетесь, вы можете что получить? Улучшить состояние здоровья, зрение, слух, состояние носовых пазух, оздоровить десны, зубы, язык, укрепить, очистить внутренние органы, почувствовать силу, активность, энергетику вашего организма. И сейчас мы с вами сделаем упражнения из моего курса. Они вас мгновенно преобразят. Вы увидите, как говорится, результат налицо. И дальше уже это вам поможет принять решение участвовать в моем курсе «Фейслифтинг. Молодое лицо за 15 минут в день». Так, ну вот насчет азиаты выглядят моложе европейцев, это давайте мы сейчас спорить не будем. Это все зависит от личных качеств человека, от его образа жизни, от его настроя на молодость или на старость и так далее. Итак, готовы ли вы, ставим плюсики, позаниматься? Лицо должно быть чистое, ручки должны быть чистые. Да. Хорошо. Вижу ваши плюсики. Занятия я всегда начинаю с настроя на молодость. И я вас тоже настраиваю. Если вы хотите заниматься омоложением, не занимайтесь в плохом состоянии. Представьте, если вы даже подходите к зеркалу, и у вас плохое состояние, негативное, и вы смотрите на себя в зеркало, вот все, что от вас транслируется, оно там остается, некий такой энергетический след. Чем больше будет вот этого негатива, старения, проблем и так далее записываться, ну, дальше это будет проецироваться на вас же, вы же еще будете в зеркало смотреть. Поэтому подходим к зеркалу и всегда себе улыбаемся, смотрим на себя с обожанием, с любовью, с удовольствием, да? Поэтому сейчас настраиваемся, ручки можно разогревать, вот так начинать. Гимнастика для омоложения лица. Что нам дает? Немножко еще пару предложений. Мы начинаем работать с кровообращением, улучшаем кровообращение коллагенового соединительной ткани в нижнем слое кожи. И, как вы понимаете, если выработка коллагена улучшается, то кожа, естественно, начинает выглядеть моложе. Кроме того, гимнастика способствует активному снабжению клеток кислородом, питание несет, да, с кровью. Мышцы питаются, кожа питается. И мышцы становятся сильнее, поэтому кожа начинает подтягиваться. Давайте сейчас мы проведем упражнение на разные зоны лица. По одному, два, может. И вы полностью увидите, можете зеркальце около себя. Положите зеркальце и посмотрите на этом этапе, зафиксируйте, вот как вы выглядите. До того, как мы позанимались. Итак, ручки разогрели, положили на лицо. Спинка прямая, выпрямили спинку, обязательно занимаемся с прямой спинкой. Шея вытянута, как на ниточке. И чувствуем руками лицо. И руками чувствуем лицо. Лицом чувствуем руки наоборот. Сначала руками лицо чувствуем. Как будто вы держите в руках лицо. А потом лицом почувствуйте руки. На вашем лице лежат руки. Это совершенно разные ощущения. Увидьте себя в том возрасте красоты и молодости, в котором вы хотите себя видеть. И задерживаем на 5 счетов. 1, 2, 3,
четыре, пять. Вот это первая такая подготовка, контакт с лицом. Первое ощущение, когда поток пошел, когда посмотрите на себя. Разогревание началось, лицо порозовело. Комфортно лицо стало от ручек. Так. И дальше мы с вами будем делать. Так, как мне сделать-то, чтобы вам видно было? Упражнение, первое упражнение на лоб. Взяли по три пальчика и положили на лоб, ну как бы вот где предполагаемые морщинки есть. Вот так положили на лоб, зафиксировали. Так, как удобнее-то вам сделать. Зафиксировали, то есть чуть-чуть придавили. И сейчас мы с вами будем поднимать веки, а руками оказывать сопротивление, пальчиками. Пальчиками мы оказываем сопротивление. То есть, когда мы поднимаем бровки, вот попробуйте их поднять. Раз, подняли бровки. Видите, пальчиками мы не даем образоваться морщинам. Таким образом, нужно сделать несколько раз. Начали. Раз, подняли, опустили. Подняли, опустили. То есть, пальчиками оказываем сопротивление, чтобы не было залома. Морщинок. Подняли, опустили, 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 подняли, опустили. Так, сделали паузу. Может быть, ручки у кого-то напрягаются, значит, стряхните. Вот такую вибрацию сделайте. Если ручки устали, то что наверху были они. Еще один заход делаем. Подняли бровки, опустили. Подняли, 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 опустили. Так, сделаем такую вибрацию, расслабление. Лобик у нас поработал, поработал. Расслабляем пальцевый душ, делаем на лоб. Теперь делаем такое проглаживание, как будто вы по морщинкам вот так ведете пальчиками и стираете. Легкое, поверхностное. Раз, два, три, четыре, пять. А 6, 7, 8, 9, 10. Окей, возвращаемся в чат. Слушаем свое лицо, свой лоб. Ощущения пишем. Обратную связь, чтобы я откорректировала, что правильно, что неправильно, что работает, что не работает. Чувствуем лоб, что сейчас там происходит, и пишем обратную связь. Так, занемел, то есть потрудился. Потрудился, как свежий ветер подул, свежесть во лбу. Да, правильный результат после расслабления – это вот именно свежесть. Елена, ощущение приятной бодрость. Да, даже, как вижу, четче, очень это хорошо, потому что глаза рядом, поток пошел, и глаза тоже начали прочищаться. Прохлада по телу. О, даже тело прокачали. Ну, конечно, на лицо проекция разных органов, поэтому работаем со всем организмом. Так, горизонтальные морщины уменьшились. Вот Ниночка, умничка какая, молодец. Это хороший результат. Валентина, кожа на лбу должна двигаться или жестко фиксируем? Нет, ни в коем случае сильно не надавливаем. Смотрите, пальчики просто прикладываем и слегка удерживаем. Не давим вот прям... Не вдавливайте вот так. Ни в коем случае таких нажимов никогда на кожу делать нельзя. При любом поднятии бровей невозможно образование морщин, если пальчики не дают. Пальчики сопротивление оказывают и не дают коже подняться вверх.
Поэтому никаких жестких фиксирований, только нежно, приятное прикосновение. Так, смотрите, значит, если, например, у кого-то свежесть, например, или вы почувствовали легкость, то это правильное выполнение упражнения. Если вы остались на состоянии напряжения, это значит, что вам еще раз нужно делать расслабление. Пальцевый душ и проглаживание. То есть после того, как мышца потренировалась, ее нужно обязательно расслабить. Идем дальше. Сейчас мы с вами поработаем над зоной глаз. Напишите, поставьте плюсики, у кого, например, есть проблема нависшего верхнего века, века висит верхнее, то есть провисает, поставьте плюсики. Например, у кого гусиные лапки беспокоят, да, у кого, например, нижнее века, похоже, вот знаете, как на бумагу такую папиросную, то есть она сжатая вся бывает, да. Да, есть. Хорошо. Как раз мы с этим сейчас поработаем. Поставили пальчики указательные. Фиксируем на косточках у внешних уголков глаз. Зафиксируйте. Только сильно не вдавливайте пальчики. Просто сначала положите вот именно на такую точку. Она как ямочка, такая небольшая ямочка. Просто положите пальчики. И такие микроскопические делаем круговые движения в одну и в другую сторону. Смотрите, как я делаю. Я специально делаю все тренинги, все вебинары, показываю на себе. Потому что невозможно работать по картинкам, когда вы не видите этот процесс. Многие тренеры, которые ведут фейслифтинг, работают по картинкам. И как вы увидите сейчас микроскопическое мое движение, если бы вы смотрели на картинку? Смотрите, кожа нигде не тянется, она нигде не заламывается. Вот я делаю в одну сторону круговое движение, а потом я делаю в другую сторону. Если у кого-то видео не показывает, нажмите у себя на панельке, у вас выключено видео, значит. Включите на своей панели видео. Так, вот это мы, значит, такой небольшой разогрев делали. А сейчас мы с вами делаем упражнение. Сейчас с усилием закрываем, открываем глаза на счет 5. Смотрите, с усилием это вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Открыли. То есть глазки, когда закрыли, напряженно их удерживаем. Преодолеваем сопротивление пальцев. Еще раз. Раз. 2, 3, 4, 5. Таким образом, под пальчиками вы чувствуете, как напрягается верхнее и нижнее веко. Закрыли с напряжением. 1, 2, 3, 4, 5. Открыли. Закрыли. 1, 2, 3, 4, 5. Открыли. Закрыли. Не морщим остальные части лица ни в коем случае. 1, 2, 3, 4, 5, открыли. Теперь делаем такое расслабление. Вот так моргаем, моргаем, моргаем. Бабочка такая крылышками моргает, моргает, моргает. Быстро, быстро, быстро крылышками моргаем, моргаем, моргаем. Молодцы, расслабили. Положили пальчики и слегка потянули к вискам. Чуть-чуть натянули. По-китайски глазки, ну совсем 1 миллиметр натянули. Сейчас у нас будет работать верхнее веко, почувствуйте его натяжение. Подушечка указательных пальцев, удерживаем кожу внешних глаз, слегка на них надавливая. И прищуриваем. 1, 2, 3, 4, 5, открыли. 1, 2, 3, 4, 5, открыли. 1, 2, 3, 4, 5, открыли. И 1, 2, 3, 4, 5, открыли. То есть сейчас отличие от первого упражнения. Первое мы просто держим, да? А во втором мы слегка натянули к височкам. А глазки точно так же прищуриваем и считаем на счет 5. Дальше кладем пальцы на внутренние уголки глаз. И повторяем то же самое упражнение. Прищурили, прищурили
Раз, два, три, четыре, пять. Широко открыли. 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 Раз, два, три, четыре, пять. Открыли. Теперь нам нужно еще раз моргаем, моргаем, моргаем. Расслабить глазки. Моргаем, моргаем, моргаем. Снимаем, снимаем, снимаем. И давайте такой тоже легкий пальцевый душ сделаем. Раз, два, три. 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 И вот так вот. Сейчас с потоком, с энергетическим поработаем. Пальчиками вот так накручиваем, как будто вы на пальчике, как на веретено, как веретено поток накручиваете. Вот представьте, что на ваши пальчики наматывается энергия, похожая на веретено. Вот намотали, намотали, намотали и вот так потянули. Раз. Еще раз. 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 И сейчас делаем такие круговые, глазки прочищаем, сосудики прочищаем, кожу. Сейчас мы с вами энергетически расправляем. И вытянули уже за пределы своей ауры вот такой поток. Обязательно это нужно для того, чтобы зрение будет хорошее после этого. Поток мощный от глазок будет идти, глазки будут меньше болеть и уставать и так далее. Ну что ж, возвращаемся в чат, напишите, что с глазками, какое ощущение. Когда вы делали упражнение, почувствовали ли вы натяжение верхнего века, как оно тянется, тренируется, нижнего века, что оно тянется, тренируется? Почувствовали? И напишите вообще результат ощущения от глазок. Как глазки заблестели? Похоже, они теперь как фары блестят. Да, да, да. Да, ясность глаза. Да, да, да. Да, да, да. Угу. Прояснились. Да, правильный результат упражнения, когда глазки 100% проясняются. Почему? Потому что пальчики здесь не заканчиваются. От них идет такая метелочка энергетического потока, лучики. Вот здесь лучик от пальчика, от каждого. Поэтому, когда мы работаем вот так вот, как веретено намотали, этот поток уплотнили, и дальше мы этим потоком можем уже себя и омолаживать, и лечить глазки, и прочищать и так далее. Да, вот зрение, вот вы пишете, ожили, зрение лучше стало, да, да, да. То есть резкость глазок сразу же улучшается. Хорошо, вы мне еще не написали, как ваши глазки, что с морщинками, напишите. Как ваши морщинки? Ощущается ли упругость кожи? Пускай даже, допустим, понятно, что с одного упражнения убрать 100% морщины, может быть, это не факт, что получится у кого-то, но ощущение упругости кожи, оно после упражнения мгновенно, вот с той энергетикой, с которой мы сейчас работаем, по коду молодость, это мгновенно происходит. Так, вот вижу, Галина написала, стянутость исчезла. Угу. Да, то есть питание, значит, пошло в эту зону. Да, еще у кого ощущение, что с кожей, напишите мне. А глаза больше открыты. Угу. Вы пока пишите, я дальше начну, потому что время идет, и я боюсь, что я не успею. Так, третье упражнение для щечек, для носогубных складочек, для устранения брылек. Кому это интересно, у кого такие проблемки? Крепкие подтянутые щечки, конечно же, всегда молодят личико. А с годами что происходит? Вот вроде бы вот написали хороший результат. Сейчас посмотрю, кто это у нас написал. Так, секундочку. Хелана написала, что вроде бы паутинка под глазами уменьшилась. Супер. Значит, вам дальше надо тоже работать. Хороший результат.
Да, дряблая кожа, брыли, да. То есть с годами щеки отвисают, и это придает лицу унылый вид, постаревший. И гимнастика для щек возвращает молодость, подтягивается лишняя кожа, укрепляются щечки, мышцы, а у кого впалые щечки, увеличивается объем. Упражнение мы делаем по 10 раз. Начинаем. Первое упражнение. Эффективно опускаем верхнюю губу вниз. Таким образом. Верхняя губа и ноздри вниз. Конечно, это смешно выглядит. Сейчас это будет очень смешное упражнение. Но что делать? Ради молодости мы повеселимся. Так, начинаем. Значит, верхнюю губу и носик вниз. Так. Подождите, мне уже смешно. Так. Раз, два. Прямо с усилием, не просто вот так сделали. Не просто так. С усилием тянем вниз, поэтому мне смешно. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Набираем ртом воздух. И, значит, сначала набираем под верхнюю губу, вот так. Потом под нижнюю. Потом под правую щечку. Потом под левую. То есть все это одновременно. Начали. Верхняя, нижняя, правая, левая. Верхняя, нижняя, правая, левая, верхняя, нижняя, правая, левая, верхняя, нижняя, правая, левая, верхняя, нижняя, правая, левая. А теперь я просто считаю, а вы это делаете быстро, на мой счет. Начали. Не показываю, я буду считать, а вы делать. Вы уже поняли, как это делать. Начали. Верхняя, нижняя, правая, левая. Верхняя, нижняя, правая, левая. Верхняя, нижняя, правая, левая. Верхняя, нижняя, правая, левая. Следующее упражнение. Надуваем щечки и выталкиваем воздух через сжатые губы. Получается так, вот такое кваканье. И задержали. Теперь правая, левая. А теперь делаем расслабление, потому что щечки поработали. Но можно делать расслабление. Давайте сначала пальцевый душ. Делаем вот такое прохлопывание. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, четыре. 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 А теперь делаем вибрационное расслабление. А теперь делаем энергетическое расслабление, как будто умылись. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся в чат, пишем ощущения после работы со щеками. Что у нас нового? Можете уже на себя в зеркальце смотреть. Вы уже начинаете преображаться на глазах. Почувствовала, что кожа стала более упругой. Да, у кого прям в зоне щек, прям вот так пышет, пых-пых-пых. У кого такое ощущение? Наша разминочка.
Проходит отлично. Ирина, щечки упругие. Ирина, другая, сразу стали ощущаться мышцы. Да, после зарядки мы чувствуем мышцы. Велина, появилась упругость. Супер. Тамара, уже чувствуешь, что помолодела? Да, yes, ура. Вы молодцы, Марина. Мышцы лучше управлять. Отлично. Валерия, энергия прилила. Ну, молодцы, девчонки. Азарные такие все, да-да, Светлана, носогубки меньше, чувствую щечки, Галина, здорово. Ну, я вас поздравляю, отлично, но мы еще не закончили. А кто замечал, что с годами, когда мы начинаем стареть, вдруг, как это ни странно, в душе-то мы всегда молодые, губки начинают закатываться внутрь, они становятся тоньше. Кто это замечал? Поставьте плюсики. Да, да, конечно же. То есть с годами губы начинают закатываться внутрь, они становятся тоненькими. Именно поэтому большинство идет делать ботокс. Вот Велина говорит, что у мамы даже пропали. Да, есть такое. Поэтому с губами, конечно, нужно работать тоже, да, то есть чтобы они ощущались, чтобы вы их видели на лице. Вот. А рот, тем более, он у нас выражает эмоции. А ртом мы любим целоваться. Поставьте плюсики, кто любит целоваться? Ну, как без губ целоваться, да? Вот. То есть, если негативных эмоций больше, то к определенному возрасту уголки рта начинают ползти вниз. Ну, представьте, если лицо всегда такое, да, вот, видите, все, человек недоволен. А если человек всегда в позитиве, смотрим, да, уголки вверх, улыбка на лице, то есть улыбка — мимическое состояние, которое не старит человека, единственное состояние. И если уголки рта ползут вниз, губы теряют форму, объем, и в этом случае надо заниматься гимнастикой для рта. Она укрепляет круговую мышцу, формирует красивый рот. И увеличивает в объеме губы, что самое главное. Каждое упражнение мы с вами делаем 10 раз. Первое упражнение — начинаем потирать верхнюю и нижнюю губу вправо-влево, друг от дружку. Сдвигаем челюсть то вправо, то влево. Начали. Раз, два, 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 два. То есть справа-лево друг от дружку мы потираем. Дальше. Причем, ну понятно, что потирать, если будете на улице идти, то это выглядит смешно. А вот второе упражнение я прям на улице делаю. Я когда иду, я делаю вот такое упражнение. Губки вот так втягиваю. И вот так и делаю вот такой шлепок. И это никак, это даже не, ну, на меня никто не смеется, когда на меня смотрит. Ну и что, мало ли, девушке весело может быть. То есть я просто это делаю, потому что у меня хорошее настроение, потому что я хочу, чтобы в эту минуту поработать с губами, например. То есть губки втягиваем внутрь, открываем, а дальше просто открываем ротик, как бы губки выбрасывая обратно. И получается вот так. Получилось? Ну, конечно, шея двигается, разные мышцы захватывают. У нас же мышцы на лице же, они коротенькие. Их же тут очень много, они друг с дружкой связаны. Конечно же, они захватывают друг дружку. Нормально. Ну что, теперь делаем вибрацию, чтобы расслабить наши губки. Вот так. И напишите, пожалуйста, что сейчас
Смотрите визуально, даже у меня как губы налились кровью. Вон, даже это вот видно, просто визуально видно. Поэтому вот губки горят, Екатерина, правильно. Питание, да, идет. Они становятся яркие по цвету, красные, привлекательные. Поэтому очень рекомендую, если вы идете на свидание, не забудьте поработать с губками, девочки. Губки должны быть губками. Так, губки печет приятно. Прямо как у рыбки. Ожили яркие, да. Губки увеличились, да. Они увеличиваются реально. Угу. Да, угу. Хорошо. Ну что ж. И последнее, мы с вами делаем упражнение на носогубные складочки. Я вам дам вот такое упражнение. Максимально улыбаемся, вот так. И дальше губки вытягиваем, как в поцелуй, вот так. Вытянули, вернулись. И втягиваем щечки внутрь, вот так. То есть, чтобы щечки достали прям до верхних зубов. И делаем так 10 раз. Улыбнулись, поцелуй, расслабились, тянули, улыбнулись, поцелуй, расслабились, втянули, улыбнулись, поцелуй, расслабились, тянули, улыбнулись, поцелуй, расслабились. Тянули, улыбнулись, поцелуй, расслабились, 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 тянули. Улыбнулись, поцелуй, расслабились, тянули. Улыбнулись, поцелуй, расслабились, тянули. Делаем вибрацию для расслабления. Теперь вот так, на разные стороны. И последнее упражнение на шею. Губку натянули и шею максимально вверх. И задерживаемся в таком положении. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабили. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 расслабили. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 расслабили. Вот таких на шейку надо сделать тоже 10 раз захода. Ну, так как у нас время мало, поэтому мы делаем только для того, чтобы вам показать, что вы можете красавицами быть за 15 минут. Делаем расслабление еще раз. Теперь делаем массажик. Теперь массажик всего лица. Магия началась. Магия. Лепим лицо. Лепим, лепим. Магия. И делаем такой сброс энергетический. Вот так делаем. Раз. Сбросили. Еще раз. Голову захватили. Пошли по шее. Дальше по ключицам через узлы. Узлы лимфатические. Через лимфатические узлы. И вниз сбросили по бокам. Третий раз. С головы по шее, через ключичные, через лимфатические подмышками сбросили. Ну вот, собственно, очень такое, можно сказать, цельное
оздоровление, цельное исцеление. Можно голову еще активировать, потому что я чувствую, что есть там какие-то девочки, у кого очень тяжелая голова, потому что все процессы через меня идут. И у меня каждая клеточка тела говорит, так, у этого человека вот так, вот так, вот так. Поэтому давайте мы еще голову сделаем для вас комфортную, легкую, поэтому освобождайте голову. Освобождайте пальчиками, как расческами. И не жалейте себя, сдвигайте кожу. И вот так активно, 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 активно протрусьте, протрусьте, протрусьте. Вот, вот. Потом уже можно сгладить, погладить. Ну, собственно, вот так. Возвращаемся в чат. Посмотрите на себя в зеркало. В зеркало посмотрите. Причесочку наведите, то, что разлохматилось. Да, вот Антонина самая первая, умничка. Глазки яркие сияют, губки влажные, готова целоваться. Просто красота, супер-супер, поздравляю. Тамара, как стало хорошо. Наталья, спасибо. Красотка, кровь бурлит на лице. Так, девочки, я вам обещала, что я превращу вас в очаровательных красавиц, да? Получилось это. Видите себя красавица очаровательно? Угу, да-да-да, пишем. Да, спасибо. Угу. Благодарю, вы прелесть. Спасибо вам, Лилена. Так, работать еще надо, красота уже на лицо. Да, конечно, я про это и говорю, что да, вы увидите, что да, эффект есть, это потрясающе. Чтобы поверить, что если вы работаете, да, то, ну, представьте, какой результат вы получите, если вы работаете дальше. Наталья пишет, волшебница. Спасибо, спасибо, девочки, мы хорошие. То есть я хочу сказать, что после таких практик результат налицо, глазки горят, щечки розовые. А это вообще признак счастливой женщины. Когда глазки горят, щечки розовые, это признак счастливой женщины. Кожа подтянута, вы себе нравитесь, ваша самооценка поднимается. Вы начинаете себя позиционировать по-другому. От вас начинает идти совершенно другая энергетика. Вы начинаете притягивать к себе других людей, другие события. И, собственно, кто почувствовал, что упражнения дают результат? Кто хочет получить все упражнения системы Face Control, развить эластичность мышц шеи, лица, избавиться от складок на лбу, морщинок, подтянуть овал лица. Кто хочет получить не одно упражнение, а все, всю систему. Так, угу. Так, мне тут... Нет, я презентацию ничего не трогаю. Пожалуйста, давайте я буду работать так, как мне удобно. Хорошо? Я потому что отвлекаюсь на ваше сообщение, и тогда не могу работать с людьми. Да, угу, хорошо. Вот, девочки, вижу ваш интерес. Смотрите, мои хорошие. Хочу вам рассказать, что упражнения, которые я даю, они включают, как я уже вам говорила, не только систему омоложения лица. Кто хочет получить, например, систему, гормональный баланс, систему на восстановление упругой формы груди? Кто, например, видел, что с возрастом грудь начинает как будто пустой становиться, да? А из-за этого что? Провисание получается, да? То есть вот кто хочет поработать с грудью, чтобы почувствовать наполнение, вот так же, как в лице. Может, кто-то хочет еще получить упражнение для гибкости позвоночника, для тонкой талии, для очищения организма. Да. Вот сейчас я, значит, приготовила вам уже презентацию, я расскажу вам о своем курсе, и вы можете... Собственно, можно уже даже, я думаю, дать ссылочку на мой курс. Я буду проводить с 21 октября тренинг по омоложению. И сейчас уже, собственно, группа набирается у меня. И я вам хочу рассказать об этом уникальном тренинге. Это будет несколько... Сейчас, секундочку, я проверю, чтобы все здесь корректно было.
Нет, это некорректная ссылка. Это неправильная ссылка. А, вот. А почему у меня тогда она не туда приводит? Странно. А можно еще раз ссылочку? Я проверю ее. У меня почему-то она не туда привела. И все практики я вам, к сожалению, сегодня не смогу показать, но я могу рассказать о них. Вот ссылочку дали, все, у меня открылась она. И вы можете посмотреть, да, по этой ссылочке, что будет в этом уникальном тренинге. Но здесь, конечно, не все я успела написать, я вам расскажу словами. Но, конечно, важно понимать, что омоложение только лица, оно не даст эффективный результат. Необходимо наладить работу всего организма, всех систем, максимально восстановить здоровье, активизировать скрытые ресурсы вашего организма. Потому что у многих проблема в голове. Кто-то там, у кого-то такие тараканы непроходимые. И пока эти тараканы не поменяешь, о каком вообще омоложении можно говорить? Проблема в том, что вы боретесь со следствием. Например, кремики используете, какие-то масочки. Но причины, которые внутри старения вызывают, большинство людей не знает. И мы предлагаем комплексный подход, фундаментальный к оздоровлению, к омоложению всего организма. В день можно уделять по 15 минут на лицо. Если вы хотите еще плюс уделять омоложению тела, то плюс 15 минут на тело. Ну, получается, 30 минут в день это просто, но вы добиваетесь сногсшибательных результатов. Сейчас, секундочку, слайдик включу я. Можно выбрать любую из программ. Ссылочка работает. Еще раз нажимайте, еще раз переходите по ней. Можно выбрать любую из предлагаемых программ. Они все дают результат. Естественно, чем они отличаются? В первой неделе тренинга это будет тест-драйв. Тест-драйв будет платный, но для тех, кто сегодня оформляет заказ, кто вписывается в этот тренинг, тест-драйв для вас бесплатный. А для тех, кто придет из моей базы, тест-драйв будет платный. Поэтому для вас это бонус. Первая неделя вот этого тест-драйва, вы знакомитесь с системой, вы пробуете на себе упражнения, вы как бы смотрите первые результаты, тестируем программу. Дальше. Вторая неделя тренинга – это первая ступень программы, которая называется «Стандарт». Вот сейчас перейдите по ссылочке. Смотрите, первая ступень – программа «Стандарт». 5 занятий в неделю будет по программе «Стандарт». В нее войдут практики фейслифтинга, то есть мы работаем на лоб, переносицу, красивые глаза, на шею, на лимфодренаж, чувствуем лицо и так далее, так далее. Также в первую неделю в программу «Стандарт», в первую ступень входят даосские практики омоложения всех органов. То есть я вас научу работать по практикам: внутренняя улыбка, 6 целительных звуков, плюс входит в первую ступень блокировка старения, технология омоложения лица и тела. Специальный гость будет для вас приглашен, который даст вам мастер-класс по омоложению. Дальше, вторая неделя – это вторая ступень. Ой, это уже третья неделя, запуталась. Третья неделя тренинг. Первая неделя у нас тест-драйв, вторая у нас первая ступень. А вторая ступень – это третья неделя. Вот вторую ступень, кто будет в ней участвовать, для вас бесплатно и тест-драйв будет, и первая ступень. То есть во вторую ступень входит и тест-драйв, и первая ступень. Таким образом, вы будете уже заниматься 3 недели. И сюда входит и фейслифтинг на подтяжку лица и шеи, уже другие методики, да, то есть на первой неделе вы одними технологиями омоложения занимаетесь, на второй, то есть дальше на второй ступени вы другие методики фейслифтинга, дальше включается авторская система 5 ключей молодости и долголетия. Такая вот уникальная программа, сейчас я даже... Слайдик такой у меня вот есть, секундочку. Вот 5 ключей молодости и долголетия, то, что здесь написано,
У нас есть в организме 4 генератора. То есть это печень, легкие, сердце и продолговатый мозг. И 5-й ключ – это запуск омоложения всего организма. Если вы знаете, как работать с этими ключами организма, то, собственно, ваше омоложение в ваших руках. Генераторы между собой связаны. Если, например, что-то случилось с сердцем, то 3 остальные генератора могут запустить сердце, и человек может дальше жить, если поломка не критична. Но нужно знать, как эти ключи работают. Вот, собственно, будем с ними работать. Также будут новые даосские практики «Скульптор лица и тела». На омоложение голова, глаза, очищение печень, кишечник, целительство, нос, уши и гормональный баланс. Здесь мы подключаем на 2-й ступени работу с грудью. То есть как восстановить упругую форму груди, как сохранить молодость женскую, когда вот начинается климакс и так далее. И, собственно, 3-я программа – это программа VIP. Это 4-я неделя, последняя, и в VIP-программу входят предыдущие 3 ступени, тест-драйв 1-я и 2-я ступень, входят новые упражнения на фейслифтинг, входит авторская система 5 ключей долголетия, совершенно другая, совершенно другие практики скульптора лица и тела. Дальше продолжаем работать над упругой формой груди, проходим медитации, практики по трансформации вашей жизненной ситуации. Например, если у вас какие-то проблемы ситуационно в жизни есть, мы их трансформируем в новое качество жизни. И, собственно, в эту программу очень серьезный пакет входит. То есть те, кто заинтересуется, кто захочет воспользоваться лицензией моего тренинга и по моей лицензии вести этот тренинг, у вас есть такая возможность в этой программе стать тренером. Я вас буду обучать, и лицензию вы купите с большой скидкой. Кроме того, в VIP входит бесплатное участие в 2 семинарах, тренингах или вебинарах по омоложению в течение года. Кроме того, сюда входит индивидуальное консультирование, создание плана работы по вашей жизни, вот индивидуальным, по уходу за телом, да, как похудеть, как, значит, работать именно на омоложение лица, какой косметикой пользоваться, какими масками, очищением и так далее, так далее, так далее. Вот такой будет тренинг у нас. И сейчас, собственно, что хочу сказать, что у вас есть возможность сейчас выписать заказ, потому что после того, как я закончу, цена на тренинг повысится. Ну, вот такое условие этой программы, потому что ценность большая тренинга. И вы сейчас уже это почувствовали на себе, что да, это дает результат. У кого это, кто это почувствовал, поставьте плюсики. Напишите, какие вопросы у вас есть, что, кому, может быть, кому-то нужно помочь с оформлением заказа. Вам нужно перейти по ссылочке. Перед вами откроется, когда вы нажимаете по ссылочке программу «Купить», вы переходите в системы оплат. Перед вами открываются разные системы. Например, вы выбрали систему робокасса. В ней можно оплатить картами, можно оплатить Яндексом. Вам нужно там заполнить. Выбрали ее, и справа такое слово «выбрать». И когда вы нажимаете на слово «выбрать», вы переходите для оформления заказа. Вам нужно оставить имя, email нужно оставить и свой телефон, чтобы наш менеджер мог с вами связаться, чтобы мы могли вас информировать, что начнется тренинг тогда-то, что не опаздывать. На тест-драйв вам предоставить бонус, бесплатное посещение тест-драйва. А этот тест-драйв будет платно продаваться скоро, уже с начала октября. Сейчас уже идут продажи этого тренинга и набирается группа. Какое время начала занятий? Начало занятий обычно в 20 часов по Москве, чтобы разный регион, например, Сибирь, чтобы еще тоже могла участвовать.
но они по времени не длительные и точно так же будут в записи. С утра вы получаете задание, занятие по фейслифтингу, например, или там еще какое-то занятие. А вечером мы с вами встречаемся и работаем. Какая цена тренинга? Давайте, Раиса, перейдем по ссылочке. Вот это Иван Чайковский сейчас вам дал ссылочку. Перейдите по ней. И вам нужно выбрать, прокрутите вниз, вам нужно выбрать, какая программа вас устраивает. Там три цены. Прокрутите вниз, три программы, три цены. И когда вы выберете, тогда уже нажимаем на кнопку «Купить для оформления заказа». Первая цена – это первая программа. Она стоит со скидкой конференционной сейчас 5000. Это скидки на конференцию. Программа стоит 9000. Программа второй ступени. Без первой ступени на вторую вы не проходите. То есть сначала нужно подготовительно пройти омоложение, получить результат, чтобы на более сложную ступень и на более глубокую практику пройти. Вы сейчас почувствовали, что я работаю с энергетикой. Мою энергию, так заложен, скажем, код, это код красоты и молодости. Поэтому без подготовительной работы первой ступени тест-драйва дальше вы не пройдете. Поэтому во вторую ступень включается первая, а в третью включается и первая, и вторая. Вторая ступень стоит у нас, посмотрите, 20 тысяч она стоит, но со скидкой только сейчас. До конца осталось моего выступления 10 минут. Стоит, у вас сейчас есть возможность, я вам помогу оформить заказ, потому что, ну, собственно, время мало. И сейчас вторая ступень стоит 15 тысяч. А VIP-программа на участие, то, что мы с вами еще в течение года встречаемся, и два тренинга у вас по красоте будет бесплатно. VIP-программа стоит 30 тысяч. Я вас веду индивидуально в этой программе. Здесь много времени будет моего потрачено. Я вас буду готовить, и у кого есть интерес. А, кстати, очень интересно, если у кого интерес приобрести лицензию, чтобы этот тренинг вести, обучиться, стать тренером. Может, кто-то ищет профессию, дополнительную новую профессию. Может, кто-то хочет научиться, как работать вот тренером по красоте и молодости. Напишите мне, пожалуйста, очень интересно. Любой из пакетов дает результат. Просто, соответственно, вторая или третья ступень – это более глубинные знания. Это более по времени длительное занятие. И заниматься, естественно, мы будем не каждый день. То есть мы занимаемся 5 дней, 5 вечеров мы занимаемся, 2 дня выходных. Почему? Потому что лицом нельзя каждый день заниматься. А это мышцы. Мышцы должны когда-то отдыхать и трансформационно успевать меняться за теми изменениями, которые внедрились. Ну, я хочу дать гарантию, что у меня не было возвратов. Потому что все, кто участвует, получают результат, если занимаются. И если вы не получили результат и переживаете за свои деньги, то если вам что-то не понравилось, например, вы занимаетесь и у вас нет результата, вам не понравилось, то напишите, мы сразу же возвращаем деньги. То есть, собственно, в этом вопросов не будет. Какие есть вопросы? Какие есть ли вопросы по оформлению? Я сейчас посмотрю, сколько людей выписало счета и кого сейчас можно поздравить. Будьте спокойны, не волнуйтесь. Все вопросы решаемые. Драгоценное время не теряем. Оформляем заказ, делаем правильный выбор. Я скажу, почему. Почему вот так важно принять участие в тренинге фейслифтинг «Молодое лицо за 15 минут в день». Ну, собственно, это технология, которая, как я сказала, фундаментальна, да? Она воздействует не на следствие, а на причины старения. Сюда входит 5 ключиков золотых, как я говорю. Это методика фейслифтинга. Дальше. Очищение клеток тела от шлаков, токсинов, восстановление жизненной активности. А самый главный ресурс наш – это энергия.
Когда человек стареет, прежде всего он энергетически истощается. Посмотрите на эту картиночку, что происходит при старении. Потянутый овал только на третьей ступени. Сейчас посмотрю на третьей ступени подтянутый овал, где вы это увидели у меня. Ну, возможно, да. Возможно, так скомпонована программа. Возможно, с овалом мы работаем на предыдущих ступенях, ну, опосредованно через другие группы мышц. Потому что я вам показывала, что группы мышц связаны, и опосредованно мы всегда работаем с овалом. И посмотрите на этот рисуночек, что происходит при старении. Это прибор, называется кирляновское излучение. Газоразрядная лампа, когда пальчики фотографируешь, получается такая аурка вокруг каждого пальчика. И на компьютер выводится общая картинка ауры человека. Можно посмотреть, какой у него энергетический потенциал. Первая картинка – это человек, как раз стареющий, у которого вы видите энергетические разрывы в ауре. И площадь его ауры очень маленькая. То есть здесь серьезные заболевания в области щитовидки. Вот я вижу разрывы в области сексуальной чакры. И сосудики вижу здесь. Дальше вторая картинка считается высокий энергопотенциал, потому что аурка плотненькая, нет никаких разрывов. Ну и, собственно, третья картинка, я ее взяла, наложила. Это мой энергетический потенциал, и с ним я работаю постоянно на усиление энергетики, на раскрытие ресурсов. И если первый потенциал – это площадь, например, от 6 до 8 тысяч единиц, а вторая картинка – это может быть от 10, там, максимум до 14 единиц, то картинка, которая у меня, это площадь от 18 до 25, выше иногда, при когда очень яркое творческое состояние, горение, то это и выше 20 тысяч единиц. Сравните для интереса, как можно развивать человеческий потенциал энергетический. Соответственно, вы можете понять, что да, если я развиваю энергетику, то как-то вот со старением так этот процесс начинает отодвигаться. Вот. Да, еще какие есть вопросы? Дальше еще по методике пяти ключиков, то есть мы работаем с технологиями, которые обеспечивают стабилизацию гормонального фона, это гибкий позвоночник, упругая грудь, сексуальные даосские практики. Четвертый ключик – технологии, позволяющие контролировать, восстанавливать уровень антиоксидантной защиты. А пятый – это технологии, способствующие восстановлению метаболизма и коррекции веса. То есть я консультирую и по весу. И вот эти пять ключей – это пять, собственно, система целостная. Потому что вот у кого так было, что вы, например, начинали делать какие-то практики, какие-то тренинги, получили результаты, потом… Дальше опять этого результата нет. У кого так было? И мне просто вот недавно написала одна женщина, что «Инна, я курю всю жизнь. Конечно же, соответствующая кожа у меня желтая и, ну, как бы прокуренная, но я хочу омолаживаться. Есть ли какая-то система пошаговая, цикловая? Вот сейчас сделал какой-то шаг, потом прошло время». Другой шаг уже сделал, чтобы циклами прийти к результату. Я говорю, конечно, система пошаговая, пожалуйста, приходите. Так, Раиса, хотелось бы в нашем регионе зарплат не выше 8 тысяч, а цены по московским меркам, так что извините. Ну, конечно, Раиса, как бы здесь приоритет за тем, кто ставит такую задачу, потому что деньги всегда приходят под цель. То есть просто так никогда ни на кого деньги не сваливались, не приходили. Если для желания исполняет Вселенная, только когда человек ставит цель, что да, мне это надо, вот именно это мне надо, я хочу, я буду искать шансы, возможности и так далее. Тогда да. А если мы говорим, ой, это карма, ой, это судьба, ой, это регион, ой, это... Тогда это будет ой всю жизнь. Ну, как бы другого пути нет, поэтому я вам сразу говорю.
Так, Ирина Кузьмина, можно ли в рассрочку? В рассрочку я даю только виповскую программу. Ну, если очень-очень кто-то попросит, рассмотрим вариант, напишите на почту организаторам. Но виповскую программу можно в рассрочку 50% в этом месяце и 50% в следующем. А дальше. Какие результаты вы получите после тренинга? Ну, собственно, я гарантирую результаты от 10 до 15 лет моложе, если вы выполняете все рекомендации. Вот так как, собственно, они в системе идут один за другим для повышения тонуса мышц, для укрепления мышц, что вы надолго отсрочите старение свое, подтянете контур лица, повысите упругость кожи, ваши глаза станут выразительны, как сегодня после занятия, когда глазки начали блестеть, губки станут сексуальные. За счет наполненности, за счет насыщения и цвета значительно сокращаются морщины, некоторые совсем устраняются. И, собственно, через неделю уже можно увидеть, как ваше лицо изменилось. То есть мы делаем фотографию в начале, потом через первую неделю фотографии, вы фиксируете свои изменения. И вот фиксируете, как можно повернуть процессы в организме вспять. Ваше лицо начинает сиять, усиливается кровообращение, питание кожи, самочувствие вас радует, привлекаете внимание окружающих, и это так волнующе. Вот для кого этого очень волнующе вернуть свою молодость и красоту? Почувствовать вот эту энергетику, когда у вас были силы, когда вы расцветали, и для кого это так вот волнующе? Ну, вы пока думаете, я вам хочу зачитать отзывы. Да, вот Ирочка пишет. Светлана Голомбовская, которая проходила мой прошлый запуск тренинга, написала мне такое письмо. Инна, здравствуйте, мне очень все нравится, так как вижу результаты, которые очень радуют и глаз, и душу. Кожа становится более эластичной, упругой. Я даже редко стала использовать кремы, хотя раньше без них ощущалась сухость. Еще заметила, что на лбу морщинки стали выглядеть сглаженными, а кожа выравнивается. Очень благодарна вам за эти практики. Хочется выучить все упражнения на грудь, да и на лицо тоже. А особенно после работы с грудью, как ни странно, кожа начинает светиться. Это так здорово! Спасибо за такую возможность без изнурительных процедур, тяжких упражнений иметь замечательное состояние. А вот я вам говорила про женщину, которая 72 года, и она участвовала в моем тренинге. Вы спрашивали, какой у нее результат. Я специально ее отзыв сегодня для вас приготовила. Наталья Стельмахова. Добрый день, Инна. Короткий отчет по проделанной работе. Работала с зоной щек, постоянно пытаясь отслеживать мимику лица. Не морщится при усердной работе. Упражнения для груди делаю. Но не включаю те, которые касаются ее увеличения. Еще по утрам использую энергетические практики. И лед тронулся. Меньше стали носогубные складки. Морщины стали менее глубокими. Меняется в лучшую сторону цвет лица. Совместными усилиями. То ли еще будет. Спасибо вам. Ну, собственно, вот результаты, которые, я думаю, говорят о многом. И сейчас я посмотрю, я уже заканчиваю, у меня время, я смотрю, уже вышло. Я сейчас посмотрю, кого поздравить, кто вписался ко мне в тренинг. И напишите, пожалуйста, еще кто-то оформляется, если напишите «стоп», мы задержим оплату тренинга. Если никто не оформляется, то мы сейчас закроем окно продаж, и цена повысится. Так? Угу. Одну минуту жду. Так, хорошо. Не вижу, чтобы кто-то писал. Тогда я заканчиваю. Была рада с вами познакомиться. Жду вас в своем проекте.
мы начинаем с 21 октября, успейте вписаться. Уже более 5000 участниц записалось в рассылку ко мне по омоложению, которым я каждый день посылаю очень ценный и секретный материал. Начало 21 октября, то есть целый месяц мы набираем группы. Ну что ж, была рада с вами познакомиться. Всех обнимаю, всех люблю. Жду вас на своих тренингах, на своих мероприятиях. С вами была Инна Нефедовская. Всем пока-пока.